Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Арсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки, мальчики, в свободное время все стараюсь читать и по возможности отвечать. Давайте посмотрим расклад. Попросили сделать, что он думал о вас сегодня. Ваш загаданный партнер, да, какие мысли его посещали, посещали ли вообще его мысли о вас расклад будет на одну позицию, он будет общий. Поэтому давайте внимательно послушаем сигнификацию, что сейчас между вами, чтобы понимать, да. Если это ваш расклад, значит, смотрим дальше. Не ваш, но, к сожалению, тогда, видимо, может просто сегодня не ваш расклад. Итак, давайте посмотрим, что сейчас между вами происходит. Что сейчас между вами происходит. Слушайте, ну здесь я так понимаю, что м, у вас либо какое-то недопонимание, либо ссора произошла, да, то есть я не могу сказать, что отношения здесь закончены, но здесь человек каким-то образом м, причинил вам страдание или боль, да, что-то неприятное такое. А, не вижу сейчас у вас общего дома. Карта девятка кубков, она намекает на то, что все-таки люди здесь больше как встречаются, да, а, вот, здесь не муж и а жена. И ситуация сейчас выбора. Почему? Потому что... Сейчас давайте я уточню. Почему... А кто это? Здесь мужчина. Здесь у вас ситуация какая-то произошла не очень приятная. И ситуация должна была произойти, то есть ее нельзя, невозможно было э, пропустить, да. Во-первых, потому что карта суда, потому что должно было произойти. Вот не знаю, то ли то ли вы поссорились, то ли вы что-то другу сказали, да. То есть какая-то такая вот история здесь, но она должна была произойти. Для чего? Для того, чтобы, ну это как бы знаете, урок мужчины потому что в том виде, в котором отношения у вас были, они продолжаться не могли. Что-то было не так у вас. Ну, я не смотрю прошлое, не буду там уже как бы это э, неважно, не да, у каждого там своя история в прошлом. Здесь мужчина пытался усидеть на двух стульях. Либо у него действительно там, знаете, есть еще кто-то. Либо просто он там держал вас, да, на коротком поводке. Ни да, ни нет. А возможно, он должен... Здесь просто ситуация, связанная с выбором. Он должен был принять какое-то решение в отношении вас и ваших отношений. Он этого не, при... не... не принимал, тянул это все. И, собственно говоря, здесь высшие силы уже вмешались. Потому что, ну, сколько можно, да? Вот. Мужчина в зависимостях каких-то... он-то может быть, не знал, как табака курение там сайты да, все что угодно то есть здесь мужчина в каких-то зависимостях вот и вот эта ситуация которая произошла между вами, она должна была случиться для того, чтобы мужчина либо полностью отпустил вас уже, да, и вы поняли, что с этим человеком, ну, то есть в очередной раз он мог показать свое истинное лицо, да, и вы должны, может, понять, что все, ну, сколько можно, да, либо здесь он должен был как-то принять решение в отношении вас, вас и ваших отношений. Ну, собственно говоря, на сегодняшний день я не вижу, чтобы он что-то принял, какое-то решение. Понимаете, он все равно здесь у нас шалтай-болтай качается. Он может быть вспыльчивым сейчас, да, потому что у него очень много ну, нервов по поводу того, что все идет не так, как он хочет. Здесь именно мужчина, король жезлов. Ну, пытается что-то про вас узнать сейчас. Пытается что-то про вас узнать. Возможно, здесь пауза, да, либо если вы общаетесь, но вы от него закрываетесь. Вы вообще задаетесь вопросом, надо мне это все или не надо. Да, то есть отношения как бы есть, они а номинально, да, а вот в реальной жизни тут все очень тяжело. Вот что-то мужчина сделал или сказал, вот такое прям, знаете, очень болезненно неприятное для вас задел. Может быть, там не конкретно вас задел, а может каких-то ваших близких задел, да или какую-то ситуацию. То есть здесь человек вот э, задел, да, вот вас именно. Но, но может не именно вас, а до да, кого-то, но вам больно от этого, неприятно. Может быть, к примеру, ваших детей задел, да или какого-то близкого человека. А может конкретно вас здесь? Ну, просто имейте в виду, да, не обязательно, что это именно вот конкретно вас. Он мог там, не знаю, задеть ваших детей, а вам это неприятно. Так, давайте посмотрим его мысли о вас прямо сейчас. Итак, какие мысли у него на сегодняшний день, да, в тот, в тот день, когда вы просмотрели этот расклад, какие мысли бродят его в голове после вот этой всей ситуации, которая между вами произошла? Он хочет здесь карта контактов, да, то есть в его мысли, в его голове, он у него нет точки, да, он хочет с вами общаться, вполне возможно, он эту ситуацию хочет прояснить. Может быть, конечно, вам это уже и не надо, да, и вы уже наслушались его каких-то объяснений, и уже вы его даже, может, и не оправдываете, да, то есть он-то хочет, где другой вопрос, хотите вы этого или нет, но у него здесь мысль о том, чтобы, да, написать, он даже может быть, видите, здесь карта, да, вот здесь комканные Листы, то есть он, может быть, уже писал и стирал вам, да, или пытался, особенно, если там, не знаю, как-то заблокирован, да, то есть наход... и искал способы, чтобы наладить контакты там, не знаю, какие-нибудь левые страницы или еще что-нибудь. А у кого не заблокирован, он, он реально мог что-то пытаться написать, потом стирать, да, или открывать, к примеру, мессенджер а, и зависать на телефоном, потому что, ну понимаете не знать что сказать то есть такое ощущение понимаете что вот то что хотите вы услышать он не может дать а то что вот он может сказать вам это не надо уже вот такая знаете энергетика здесь но мысль о том чтобы наладить контакт у него есть хочет поговорить о том что вот это существует разница между вами Разница в каком плане? Это разница может быть менталитетов, это может быть разница географическая между вами, да, а может быть, там кто-то старше, кто-то младше. Да? К примеру, если там женщина старше, мужчина младше. Вот. Такой здесь может быть. То есть, он хотел бы поговорить об этой разнице между вами, что-то прояснить. Да, если географическая разница, то опять-таки проясните это. Если между вами там социальная или возрастная разница, тоже об этом поговорить. То есть он думает о том, да, у него закрадываются мысли, что да, вы какие-то разные. У вас разные взгляды на жизнь, разные взгляды на отношения, на институт семьи, да. У вас разное понимание этих отношений. И вы, да, какая-то вот для него разная, да, то есть он не такая, как он. Вы, вы отличаетесь от него. У него есть такие мысли, да. Может, действительно, а может, знаете, вы вот там, к примеру, больше духовный, а он больше приземленный. И вот он видит эту вот разницу, да, вот она прям как нет от мира сего, <laughs> может даже говорить. Ну, он вспоминает иллюзии, да, вот он, он на самом деле, вот здесь человек, неважно, сколько вы были с ним вместе в отношениях, год, два, десять, двадцать лет, он на самом деле настоящую вас не знает. Я говорю, даже если вы там не скажете, Рсен, вот нет, вот мы были 20 лет, 25 лет семьей, он вас настоящий не знает. Да, вот может быть он, конечно, не интересовался, да, либо а, такой человек, может, поверхностный, а, или там, вот, может, вы, да, там познакомились недавно, но здесь человек, понимаете, на сегодняшний день, вот он смотрит на вас, и ему кажется, что это совершенно чужой человек. Возможно, просто вы изменились. Да? А в какой-то момент там вы устали идти вот в, в те отношения, по такой колье, по которой шли, и изменились. Да? И, и ваше поведение изменилось, вы сами могли измениться, да, по-другому себя вести стали там, может, огрызаться на него или всю правду ему говорить. Какая-то другая, да. Вот у него такие мысли а вот она стала другой не такой, как всегда. И я ее как бы, да, получается, что я ее и не знал. Хотя на самом деле здесь, понимаете, человек, он сам довел до того, что вот такая ситуация произошла, да, что э вы стали другой. Да, у него есть, он питает иллюзии, да, по поводу вас, ваших отношений. Вот вы такая на месяц далекая какая-то, да, вот, к вам не подступиться, между вами стена непонимания здесь. У него такие мысли есть, да. Причем, знаете, как стена непонимания у него, а он считает, что вы не хотите его понимать, его каких-то поступков, вы его где-то обесцениваете. У него такое есть, да, такие мысли тоже есть, обида на вас. Это однозначно здесь. Причем здесь карта, да, на карте время, то есть это уже достаточно такой э, промежуток времени прошел, да, то есть вот эта стена непонимания между вами, она уже образовалась как-то давно. Ну, до него, может, только сейчас доперло это. Ну, такое может быть, да? Вот. Ему хочется что-то высказать вам, но он не может не может почему опять-таки да вот карта контактов то что может у вас сейчас на самом деле контактов никаких нету а даже если есть контакты то он может понимать что ну сейчас не время об этом да то есть к примеру вы там поссорились а он еще будет претензии предъявлять ну то есть это на благо не пойдет отношения то есть он сейчас понимает что я очень хочу что-то ей высказать какие-то свои претензии но не могу так у него что-то по здоровью, кстати говоря, может ребенок болеть, да, здоровье и ребенок, вот, это может быть. А может быть, знаете, у него проблемы со здоровьем у него самого. А, сейчас я уточню вот эту карту. А здесь, понимаете, он, он на самом деле, да, здесь именно королева жазлов, здесь он обижен на вас он манипулировал вами, и ему сейчас, да, у него есть мысль о том, что вот она хочет мстить мне, отомстить. У него такое есть. Вот, но ему без вас, карта отшельника, здесь плохо. Да, он считает вас каким-то родным человеком, но именно месть, ну, я уточнила, да, именно месть с вашей стороны, он боится, что вы начнете ему как-то мстить. Если у вас есть ребенок, то что вы начнете мстить через ребенка. Это может быть, да, у него, потому что все-таки карта ребенок. У кого детей нету, ребенок это э, показывать может его состояние. Да, я я вот хочу, я устал от этих серых будней, я устал э, как-то, знаете, в этом дне сурка вариться. Я хочу вот какой-то радости. Ну, у него проблемы либо в семье со здоровьем, у кого-то он об этом очень много думает, да, а может быть у него у ну, самого проблемы со здоровьем на сегодняшний день. Здесь, смотрите, хочет он, э, у него есть мысль о том, что он не готов вас отпускать, да? То есть он хочет, у него чувство есть, но, понимаете, здесь есть вмешательство. Тут вмешиваются ваши отношения, вот как на шахматной доске вас поставили. Вы помните, я изначально говорила, что высшие силы там вмешались. То есть здесь произошло вмешательство высших сил. И он, кстати говоря, тоже может про это думать, то есть он уже может даже верить в магию, да. Вот. И, и вмешательство может быть третьих лиц, особенно если у вас треугольники, четырехугольники, да, вот он хочет постучаться в вашу дверь, да, с каким-то даже, может быть, о подарке, то есть раздумывает, да, о подарке. У него есть к вам чувство, да, по крайней мере, он думает. не знаю, что он там на самом деле чувствует, но думает о том, что чувство у него к вам есть. Да, и самое, что интересно, он думает о том, что и у вас были чувства к нему. Здесь, да, здесь тоже ну сам скупость проявляет, понимаете, вот сидит в золотой клетке, вот интересно, да, кол колода такая, вот он сидит там вот во всем материальном в этой клетке, и он не хочет из нее выходить, а женщина сидит, она уже устала ждать, пока он там насытится всем материальным и подумает о чем-нибудь, кроме денег, кроме чего-то материального, э -э да, вот он сам себя заковал здесь в эту клетку, в этой проявляет скупость по отношению, во-первых, к вам, по отношению к вашим отношениям и к себе самому, он тоже же самое это делает. А вот а вы уже устали, понимаете, вот вы уже из штаны драные у вас, да, вот здесь на коленках порвана и вы уже просто устали написывать э, напитывать, во-первых, его, а во-вторых, ждать, когда он что-то там осознает. А он сам себя заковал в клетку. Причем самое, что интересно, да, в его мыслях это не клетка, это нормально. То есть вот вы просто вот слишком много требуете от него, слишком много хотите. Ну, ревнует вас, ревнует, здесь думает, а где она, с кем она, да, есть ли у нее кто-то, может быть, она там ходит по галереям, а может, она там встречается с друзьями, а может, она там выпивает, да, что она там, может, у нее какие-то друзья появились или ухажеры, а если у вас действительно есть кто-то, он об этом знает, то это действительно здесь прямо вот очень сильно ревнует какие еще у него здесь ну вот материальный мир да вот она карта вот я считаю мне деньги 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 все да а здесь просто женщина устала для нее, не, ну как бы, да, деньги деньгами и кушать хочется всегда, но здесь женщина, она более сбалансирована, да, она, у нее нет перекоса в материальный мир, да, она понимает, что надо, нужны деньги зарабатывать, и это нормально, да, она понимает, что нужны деньги для того, чтобы там содержать семью, там, не знаю, если она хочет путешествовать, да, хочет там, не знаю, одеваться. То есть здесь женщина, она практичная, это, это нормально совершенно, да, но у нее нету перекоса перекосы, вот все только деньги, деньги, деньги и все. Вот как у него, да, а он прям, смотрите, вот весь в материально ушел. Кстати говоря, может человек быть карьеристом или очень много работать. Здесь, да. Причем, опять-таки, это опять убьет по его здоровью здесь. По ментальному здоровью, по физическому здоровью. По психическому тоже бьет. Какие у него еще мысли о вас? Ведьма. Слушайте, ну, ведьма вас считает. А вот она такая ведьма. Вот она такая прям. К ней не подступиться. Она тут может... Привороты мне лепит каждый вечер, вот тыкает мое сердце там иголками, да, вольты мои создает, змея подколодная. То есть у него такое есть. А почему есть? Потому что, ну, вы его маните энергетически, да, у него есть очень сильно, знаете, радар на вас стоит. Вот, и у, у него, да, энергетически... Чем у вас вкусная. Вы, может, действительно, да, обладаете эзотерическими способностями, а человек, который прокачивает это, да, он энергетически очень сильный, и люди тянутся к такому человеку, ну, как магниты, да. И вот он тоже к вам тянется, потому что способности у вас 100% здесь есть. Просто кто-то их использует, а кто-то их не использует. Вот, и он подсознательно тянется к вам, вот, а и считает вас ведьмой, да, может, вы ничего не делали, а он думает, вот она ведьма такая. <laughs> вот такие вот у него сегодня мысли, давайте посмотрим, раз он такой прям весь у нас охает-ахает, переживает, и контакты хочет с вами наладить, давайте посмотрим его действия. Вот в ближайшее время загадайте сами, пока я колоду мешаю, сами временной промежуток загадайте, и мы посмотрим в этот временной промежуток будут ли от него какие-то действия. Итак, в этот промежуток времени, который вы загадали, будут ли от вашего партнера действия в вашу сторону? Ну ему тяжело. Здесь у кого-то, ну, у кого-то действительно он здесь э, будет действовать однозначно здесь. Э, да, но, но ему будет тяжело, прям, понимаете, как вот перебарывать себя будет, вот чтобы написать ей, чтобы там что-то там позвонить. Это прям для него тяжесть мира. А у кого-то подвойки двойке Пентакли все-таки нет. Да, он скажет, что она такая холодная, мы здесь как бы. Э, Разошлись. Я вот тут стою только, да, собственно говоря, жду и все у моря погоды. То есть вот если бы не было двойки пентаклей, я бы сто процентов сказала бы, да, будут действия, но ему будет тяжело. Но все таки расклад будет смотреть большое количество людей, поэтому имейте в виду, если вы здесь давно как-то расстались, да, или там как-то не очень красиво, вот что-то такое прям, знаете, было, то здесь а, ему, ну, не, он хочет, но не будет, потому что слишком тяжело. И слишком, да, вот вы королева мечей, то есть вы такая холодная, отстраненная, и он, ну, испугался да поэтому здесь смотрите в зависимости от вашего партнера потому что у кого-то прям ну действительно он переборет да если вы знаете что у вас ваш мужчина там к примеру не мямли, да и вот он может это сделать он сделает это но ему будет тяжело а если вы знаете что такой человек вот нерешительный да то подвойки пентаклей здесь нет не будет действий и опять-таки, да, вот здесь мужчины перекладывают ответственность на вас. Я не буду действовать, потому что мне тяжело, и она здесь королева мечей идет. Да, то есть, если бы действительно там человек, к примеру, там любил и что-то хотел, он бы прям, ну, ему было бы все равно, какая вы, да, он все равно бы добивался вас. А здесь вот такой вот он, знаете, она холодная, она отстраненная, поэтому я пока действовать не буду. Такой вот интересный сегодня у нас персонаж пришел на расклад. Поэтому вот такие вот мысли, вот такие вот действия. Девочки, мальчики, я вас всех целую. Будьте, пожалуйста, здоровы, осознанны, чтобы вам мужчины осознанные приходили, не только материальные. Вот. И до новых встреч. Здоровья вам и вашим деткам.